Привет. Открываю посылочку. Это должны быть чехольчики. Наверное, на телефон. Redmi 3S. Номер. Поехали. Спорол. Мофи. Это в сторону. Так. Смотри. Поддирается. Ну ладно. Так, посмотрим. Раз. И два. Чехольчики помялись. Сильно. Помялись. Свеженькие. Этот вообще свежий. Голограммы. Сейчас мы посмотрим, что это за чехлы. Плохо открывается. Так. Это я брал своей знакомой. Так, вот такой чехол. Здесь материал твердый, хороший. Так, вот так он сгибается, и здесь силиконовый чехол. Вот такой. Отверстия все есть. Вот первое, второе отверстие. Здесь для динамика, для пальчика, камера, вспышка. И здесь для всех выходов вырезы имеются. Вот такой чехол синего цвета. Это все вроде бы нормально с ним. Так, и следующий чехол. Следующий чехол. Так. Следующий чехол серого цвета. Так, вот он. Все так же. Тут он загибается. Нормального качества. Блестящий. Изъяна вроде нет. Блестящие буквы. Красиво выглядит. Ну, вроде нормально. Такие чехольчики. Спасибо продавцу. Пока.